Казахстанская команда по ралли-рейдам в шестой раз примет участие в самом престижном марафоне планеты – «Дакар-2015». В предстоящих состязаниях нашу страну представят 4 экипажа. Это 3 в легковом и 1 в грузовом. В этом году в ралли принимают участие около 450 экипажей из полусотни стран. Соревнования пройдут на территории 3 государств – Аргентины, Чили и Боливии. Первый этап гонок начнется 4 января. Спортсменам предстоит преодолеть свыше 9000 километров. К этому мероприятию готовы технически и физически. И в этом году у нас есть амбиции добиться еще лучшего результата. В одной из категорий все-таки хочется приблизиться еще раз к подиуму и привести золотого бедуина в Казахстан.